Друзья, всем привет! Канал «В Краснодар» на ПМЖ. Меня зовут Михаил. Сегодня у нас очередной дом. На этот раз дом, не побоюсь этого слова, в идеальном состоянии. Сейчас по дороге вам все расскажем, какая площадь, чего строился. Посмотрите, как это все выглядит и сколько это стоит, тоже, естественно, узнаете. Пойдем смотреть. Итак, друзья, вот мы зашли. Светлана, ну расскажите нам, что мы здесь видим? Сколько соток земли? Ну, здесь 4,5 сотки земли. Вот здесь молодые посаженные деревья. Есть кустарники ягодные, плодово-ягодные. Здесь сделаны грядки под будущую. Делались клубнику, малину, ежевику. Все молодое, потому что мы живем только с 1 июня. С 1 июня? Да, этого года. Угу. Вот, поэтому еще, как видите, не все посажено. Но перспективы достаточно. Там нужны огурцы, помидоры, там капуста. Есть грядки. Сделан автополив автоматический. Вот это получается у вас... Ну, под какие-то растения. Автополив, я вижу, да? И здесь что-то будет высажено, да? Конечно. Здесь вот планировалось вдоль забора малина и ежевика. Там вот есть уже виноград, есть клубника уже, одна грядка. Ну, а здесь как бы такой, называется, ленивый сад. Я сама дизайнер и интерьера, и ландшафта. И поэтому как бы вот, что захотела себе, то посадила. Сделала такие отсыпки и, в принципе... чье лето вам приходится, ну, может быть, раз в неделю выходить и какую-то редкую травку поубирать. А так, как бы, сорняк, то есть постелен черный укрывной материал. Пленка, да, получается? Не пленка, а именно укрывной материал, тканный. И засыпано все это вот отсыпкой, где-то дорожки сделаны гравием. А вот, то есть, и вот такой ленивый сад. А под все деревья выведены водичка здесь на автополив. 4 зоны на автополиве. Они включаются поочередно. Можно какую-то зону отключить, какую-то дополнить по времени. Это уже как бы это. А подсветка тоже у нас вечером, да, можно? Она, да, это светильники на солнечных батарейках. Они вечером очень красиво горят. А это что у нас за строение такое? Это баня, то есть она новая, мы тут парились всего там 2 раза. Она сделана на заказ в поселок такой есть, недалеко от Краснодара, поселок Яблоновский. Вот, ребята как бы... Просто приехали, получается, ее поставили и все, да? А, да, то есть сначала я подъехала проект, то есть там можно на свое усмотрение проект сделать, вот, потому что мне... Помимо бани нужно было еще, чтобы был хозблок, куда можно было сложить ведра, тряпки. А хозблок у нас сзади там баня, да? Да, да, то есть там с торца, который примыкает к забору, там дверь хозблока, куда нужно лопаты, ведра, ту же зимнюю резину от машины положить. Так, скажите, а вот провокационный вопрос, сколько баня обошлась? Ну, в апреле месяце, когда я ее заказывала, она обошлась 340. 340 в апреле, да? Да, то есть готовый там включалась и, естественно, тропический душ, и печка, вот, то есть и соляные светильники в парилке, вот, и в подарок еще шла скамейка, а уже стол, и стулья мы уже... Там сами по мелочи докупили. Ну, судя по тому, что вы первым делом баню поставили, скорее всего, вы откуда-то из Сибири. Нет? Мы, ну, из Южного Урала, Оренбург. Ну, Оренбург. Тоже морозы у нас там бывают зимой до 40 градусов. Поэтому, да. Сибиряки любят баню. Баня, да, это вещь очень хорошая. Вот. Можно, кстати, отличить, когда смотришь, если баня сразу появилась на участке, скорее всего, это кто-то из Сибири, Дальнего Востока, либо севера переехал, потому что местные так... Не очень, да? Ну, некоторые любят, но не все, не поголовно. Вот, кстати, друзья, обратите внимание, один раз в жизни покупаете ростовой мангал и забываете навсегда об этих проблемах. А то жарят, то кто на чем. Удобно мясо жарить, когда стоите высоко. Шампура вот так, ну, вот на уровне. Мангал сделан, но не покупной, он заказ сделан. Ну, я имею в виду, что хороший сделать один раз, да, и все, да. И забыли. Светлана, а здесь у нас парковочное место, получается, откатные ворота.
Да, здесь парковочное место, тоже как бы сделано все это на заказ. Вот, и ворота откатные, автомат, то есть есть пульт, то самое, ключу автомобиля, приезжаете, открываете. Есть лампочка, которая сигнализирует о том, что ворота открываются. Вот, их можно и переключить на ручной режим, если вдруг, например, свет отключили. Вот, и спокойно выехать даже без автомата. До асфальта сколько здесь получается? Ну, тут буквально... Метров 20, наверное. Да, метров 20 и асфальт, и поэтому... Ну, здесь сделано, мы делали отсыпку, поэтому как бы особо вопросов у нас здесь нет. Асфальт, ну, господи, это не проблема. Светлана, ну, по технике давайте чуть проговорим. С чего фундамент, какой фундамент, с чего стены, крыша? Дом строился не компанией, так скажем, застройщиком, который, как бы, понятно, что строит все-таки это, когда организация, то это поток. Это строился дом на заказ. Вот он, фундамент ленточный, сделанный, потом построен из керамзитоблока, утеплитель и облицовочный кирпич. Керамзитоблок, да, значит? Керамзитоблок, да. Вот, поэтому в доме летом не так жарко, зимой, надеюсь, не так холодно. Ну, сделаны теплые полы по всему дому. Но вы еще ни одной зимы не зимовали пока, не зимовали, да? Ну, керамзит материал хороший. В принципе, та бригада, которая строила, у них здесь не один дом построен, Виктория. И живут люди уже не один год, и претензий никаких не было. Я сама в Оренбурге строила сама два дома, поэтому, когда мне скинули видео этапов постройки, то я оценила качество постройки и как, что, как кладка, как фундамент заливался. А эти все видео есть у меня, и если нужен... То есть, если что, вы полностью видеоотчет предоставляете, да? Крыша, получается, металлочерепица. Да, металлочерепица. Утеплителя там сколько? 3 слоя утеплителя. Да. Вот, поэтому, ну, будет очень тепло. Светлана, скажите, а что с электричеством? Сколько киловатт? Что с газом? Этот вопрос вообще всех постоянно тревожит. Интернет? Ну, смотрите, здесь электричество 15 киловатт, 3 фазы. Вот, поэтому проблем как бы с напряжением нету. Интернет и телевидение здесь у нас компания Фридман, которая предоставляет, работает неплохо, хорошо, я не знаю. Оптоволокно, в общем. Оптоволокно, да. А по поводу газа, если как бы газ он уже даже у соседа есть, и у нас тут до 30 августа по указанию президента по программе собирались заявления на бесплатное подключение газа. А вы в это верите? Я в это верю. Поэтому вера умирает последней, и надеемся, и, кстати, тут очень многие надеются на это. Вот, и будем, подали заявление на портале наши Горгаз Краснодар. Специально подано заявление на бесплатное подключение. Ну, отлично. Ну, раз уж у соседа он в доме, я думаю, что да, здесь идет вопрос решаемый. По меже идет, то есть вот газ, то есть он без проблем. Вот. Просто, естественно, хочется, чтобы это было подешевле. Так, ну, заходим в дом, смотрим. Самое интересное. Итак, зашли. Светлана, продолжайте. Ну, это у нас такой вот холл, так скажем. Здесь у нас шкаф-купе для верхней одежды и, в принципе, многого чего. Вот. И отсюда уже идут у нас, так сказать, комнаты. Вот. Здесь без дверей эта зона зала и кухня, гостиная с кухней совмещена. Ну, сейчас это самая модная, наверное, да, история? 34 квадрата идет. И с выходом на, с кухонной зоны на веранду. Мебель и техника, все новое. То есть, если что, покупателю могу предоставить чеки, которые я всегда вставляю, храню. Вот, и все в доме, в принципе, все остается. В доме остается абсолютно все, что мы сейчас видим, кроме личных вещей. Личные вещи, да, забираются личные вещи. Остальное все
входит в стоимость, поэтому цена как бы не дешевая, но тем не менее она оправдывает себя, потому что вложений, конечно, в дом было много. Делала все для себя. Светлана, ну а почему продаете? Ну, получилось так, что дочь как бы пока еще не переехала сюда, она доучивается в институте в Оренбурге, а приехав в отпуск, сказал, что с нами жить не хочет, хочет жить отдельно. Вот какая неожиданность, да? 21 год, хотя комнату мы ей как бы оборудовали. Но она сказала, что хочет жить отдельно, и поэтому нужно покупать ей отдельное жилье. Но мы, конечно, это по финансам не рассчитывали. И поэтому нужно будет этот вопрос как бы вот решать. То есть вы хотите продать дом, себе взять что-то поменьше и квартиру? Да, да. То есть мы не планируем себе брать квартиру, то есть просто дом поменьше площади, и чтобы осталось дочери на квартиру в городе. Она как бы хочет жить в городе. Ну, молодежь, понятно. Поэтому, ну да, как бы, это... Вот. Она еще к этому придет. Ну, годами, да. Так, что у нас? Ванная комната сколько площадь? Это совместная, 6,8 она идет. А, здесь, кстати, можно... вот я вам покажу, просто вот так выключить, вот так включить. Есть подсветка вечером. В принципе, мы практически не пользуемся верхним светом. Вот. Светодиодная подсветка идет в зоне... инсталляции и в зоне ванны. А вот это так, ну, так уютно. А вот если нужен верхний свет, то включаем. Как бы. Так, это у нас что? Это вот как раз комната дочери. Вот, делалась она немножко стиль, а другой идет, если вы заметили, потому что весь дом сделан в такой стиле неоклассики. Здесь более такой молодежный стиль идет. Вот. И поэтому как бы немножко отличается и цветовое решение. А кто на гитаре играет? На гитаре играю я. Да? Да, дочь тоже пытается, так скажем, учиться. Так, а это у нас получается главная спальня хозяйская, да? Да, это спальня, она выходит во внутренний двор, она теневая, и поэтому здесь не жарко, сюда только ближе к вечеру приходит солнце, утром просыпаешься, то есть мы спим с открытыми окнами, вот, и поэтому прохладненько, и летом хорошо, и кондиционер, хоть он имеется кондиционер во всех комнатах, включаем мы его не так часто. Ну, потому что не солнечная, да? Не солнечная сторона, да, поэтому в спальне как бы вот повесили, но по мере необходимости, которая бывает редко. Кондиционеры во всех комнатах установлены? Во всех комнатах, то есть они, да, и как бы повесили, потому что чтобы были. Ну да. Светлана, а это что за комната у нас? Это комната у нас котельная плюс кладовка. Тут еще, правда, есть коробки неразобранные. Вот. Ну, это, так сказать, можно уже, наверное, их и не разбирать. Но вещь незаменимая, потому что здесь стиральная машинка стоит. И что-то можно убрать, что не нужно, так сказать, в доме, чтобы от лишних глаз. Вот. Она с окном идет, 5,2 квадрата. Таки просторная. Вот. Получается, у вас два таких хозпомещения. Это здесь одно, котельное, да. И в бане, да? Да, и в бане. То есть, как бы, да. Здесь просто и здесь вот видите, что здесь система вся сделана теплых полов. Теплый пол у нас по всему дому? По всему дому идет теплый пол водяной. То есть не электрический, а водяной теплый. То есть газ подсоединяем, вместо этого котла вешаем газовый и да, все? Да, да, да. То есть здесь водонагреватель как бы сейчас вот висит и электрокотел. Это плитка или керамогранит? Это керамогранит. Вот, он хорошо будет прогреваться теплыми полами. Вот, зато летом на ней не жарко, вот, прохладно. Зимой он хорошо будет прогреваться. Светлана, ну расскажите немножко про материалы. То есть, я как понимаю, тут особо не экономили, да? Ну, особо не экономили, потому что делали для себя. Я сама дизайнер интерьера,
И поэтому в материалах разбираюсь, и разбираюсь и в мебели, и в светильниках. Как видите, светильники не дешевые, и мебель вся сделана на заказ. Если вы видите, здесь композиция идет диван и стулья обеденные идут с одного материала. Вот, то есть это сделано, чтобы зона общая, и поэтому, чтобы она была единой целым, так скажем. Вот. Все очень даже это. И вся мягкая мебель сделана на заказ, и как бы все остальное. Светлана, вы сказали, что все полностью остается. Холодильник тоже остается? Холодильник тоже остается. Хороший холодильник у вас. Да, здесь он идет и холодильник, и морозильная камера. То есть понятно, что как бы морозильная камера очень хорошая. По да, объему. На юге. Да, и морозить можно и овощи, и фрукты все на зиму. Поэтому. Так, это у нас получается выход на террасу, да? Да, на террасу. И здесь сделано также на заказ. Если как бы сейчас вы это самое увидите, сделана не просто дверь, сетка от мух и комаров, сделана такая сейчас как очень модная дверь-гармошка. Она не деформируется, она очень легко в эксплуатации и хорошо выполняет свою функцию. Итак, Светлана, что у нас на веранде? Да, это мы попали с кухни, зоны кухни на веранду. Это очень удобно. Здесь у нас стоят качели, где утром очень хорошо завтракать. Теневая сторона. Вот. Здесь не жарко абсолютно. Вот. Вечером, в принципе, тоже у нас тут посиделки, потому что стол. Как бы такое, мы тут принимаем гостей, есть освещение на веранде, поэтому здесь и светло, и уютно. Вот. Ну, прям пользуетесь? Да, очень пользуемся, у нас любят приходить соседи, вот, мы тут жарим мясо рядом, если вы видите, что рядом предусмотрен как раз мангал, чтобы недалеко было, так скажем, бегать, вот, и как бы стол, где можно как бы собрать гостей. То есть, в принципе, то, ради чего на юг и переезжают, да? Да, да, да. И это качели, которые раскладываются, могут делаться кроватью. И здесь, в принципе, даже можно летом, ночью просто спать. А комарики? Комарики, они какое-то время вечером как бы полетают, но потом уже ближе к 11 часам ложатся спать. Уже ложатся спать, и поэтому особо не это самое не беспокоит. Светлана, это домофон у нас получается? Да, это видеодомофон, то есть видно, кто пришел к вам, если позвонили. Электрики, наверное, да? Да, да. Или это те, кто газ хочет бесплатно нам это самое подарить, да. Есть кнопка разговора, то есть можно спросить у человека, и кнопка ключ, автоматическое открывание калитки. А есть кнопка «Отстаньте от меня, не трогайте, я от вас устал»? Ну нет, это... А кто придет, кто газ обещал провести? Владимир Владимирович? Сергей Кожугетович. Светлана, ну сколько вы хотите за всю эту красоту? Ну, в принципе, вот сейчас мы выставили цену 11 700. 11 700, да, да, ну, если будет, конечно, конкретный покупатель, понятно, и понравится все, то, понятно, какой-то торг, так сказать, в разумных пределах, это уместен, так скажем. Все понятно. Друзья, вот такой вот дом, вы все видели своими глазами. А если вам понравилось, куда звонить вы знаете, берете телефон, все ссылки в описании. За видео ставьте лайк, пишите комментарии, дорого это или дешево. А, повторюсь еще раз, 100 квадратных метров, абсолютно ничего делать не надо. Полностью все, что в доме вы увидели, все абсолютно остается. Привозите свои личные вещи и счастливо живете. Цена 11 700, небольшой торг допустим. Все, до новых встреч, всем пока.